Музыка русской души на сцене Дворца культуры. 20 октября здесь состоялся концерт народного ансамбля русских инструментов «Тальяночка», которым с 2012 года руководит Владимир Чиенко. Программа называлась «Народной музыки напевы». В нее вошло более 20 номеров в исполнении талантливых музыкантов-народников. Концерт вели артисты Народного театра Дворца культуры Любовь Золотова и Юрий Кварталов, который также входит в состав ансамбля. Зрители своим ярким выступлением порадовали 7 музыкантов и 6 вокалисток: Наталья, Владимир и Максим Чиенко, Лариса Смирнова, Владимир Соленко, Сергей Соколов, Владислав Оларев, Алевтина Баталова, Рада Шашкова, Валерия Медведева, Александра Беляева, Мария и Анастасия Бузины, а также народный ансамбль танца «Ленок», дуэт которого представил кадриль и цыганский танец. Музыканты, подхватив, продолжили хореографическую тему, порадовав зрителей попурри под названием «Танцевальный парафраз». Thank you.
этому концерту в коллективе произошло небольшое пополнение. Пришел к нам Влад Оларев, он здесь занимается в хореографии. Вот, и он, значит, вернулся. Когда-то он у меня 2 года назад ходил, начинал играть на гармонии, ко мне приходил. И также занимался дополнительно в хореографии. Вот, и вот он опять, значит, вернулся ко мне, пожелал еще позаниматься. Говорит, я еще хочу выучить то и другое, и третье. Вот, ну, я говорю, хорошо, приходи, мы с тобой будем заниматься. Вот, и вот стали заниматься, мы с ним стали учить. И еще один, значит, человек у меня, Юрий Кварталов, вот ведущий наш был, тоже он... Сказал мне однажды, что да, я очень хотел бы в вашем коллективе играть. Я говорю, приходи, Юрий, будем заниматься. И будем. Вот сегодня у него был дебют, вот он играл с нами. Как отыграли? Как, на ваш взгляд, все хорошо? Ну, хорошо, для первого выступления очень хорошо, вот я считаю. Вот. Ну, также вот Влад Оларев у меня, он еще и гитару освоил. Я его тоже начинал учить гитаре. Первые азы, первые шаги, все эти аккорды первоначальные. А потом он сам как-то заинтересовался гитарой. Вот, и как-то он ко мне приходит и говорит, можно я на гитаре? И стал мне тут, значит, наигрывать такую-такую песню и подпевать. Я говорю, ой, хорошо, Влад, что ты еще и гитарой так. Давай-ка мы с тобой еще, у меня есть 2 песенки. Рада Шашкова 2 песни поет. Угу. Давай-ка ты еще и добавишь вот этот, краски гитарные. Он согласился, и вот отлично. Сегодня хорошо, я думаю, получилось хорошо. В репертуаре ансамбля много произведений. В основном это народные песни, близкие каждому из нас, частушки, припевки. Есть прекрасно узнаваемые мелодии из известных и любимых зрителями отечественных кинокомедий, кинофильмов. Музыканты не только виртуозно играют, но и прекрасно исполняют вокальные произведения. А зрители и подпевают, и от души дарят аплодисменты. «Тальяночка» звучит на много голосов, но ее голосом многие по праву считают Алевтину Баталову, которая поет в коллективе на протяжении 5 лет. Я очень давно мечтала в «Тальяночке». Сначала же я пришла в хор в 97 году. У Фаины Викторовны Кокуриной была. Потом, значит, «Новая волна» у нас была. Караева Елена Николаевна была. А потом вот все разъехались, все ушли. И меня в «Тальяночку» пригласили. Как вам этот коллектив? Замечательный коллектив. Просто... Даже я не знаю, что сказать. Руководитель очень хороший, целеустремленный. В общем, такую он большую работу проводит объемную. Вот эти все инструменталки, все это разложит, песни, это же все, вот все его работа. Конечно, молодец Владимир Николаевич. Девочки прекрасные. Вообще слаженный, хороший коллектив. Замечательно, мне очень нравится ходить. И душевный, и вообще общение замечательное у нас. Жизнь без песни Алевтина не представляет. Не представляю, я вообще с самого детства. Да, с самого детства. Сначала в пионерском лагере выступала и в танцевальном, а потом так вот дальше. Потом, когда мы в Сусанино жили, там у нас своя самодеятельность, медуница была. Там руководителем была, в общем, вся моя жизнь вот. Ансамбль «Тальяночка» пополняется и вокалистами, причем совсем юными, но уже горячо любящими народные мелодии. Это значит, что будущее у коллектива есть. Ведущие концерта внесли в программу элемент интерактива и провели для зрителей музыкальную викторину. И буевляне, пришедшие на концерт послушать любимый ансамбль, проявили себя людьми музыкально подкованными, быстро и, главное, правильно ответив на все вопросы. Концерт очень хороший, очень понравился. Молодцы. Упадет... «Тальяночка», и клуб у нас пропадет. Да, таланты. Будто Баталова очень красиво. Да, солистки. Молодцы, молодцы, в общем, все. Вы пришли смотреть, наверное, на внучек, да? Да, да, и внучки у меня тут 2. Нравится, что занимаются, да? Ну, конечно. Радует. Дети вообще радуют. Очень хороший концерт. Очень понравился. Вообще коллектив этот? И коллектив очень хороший, особенно вот эти чаенки. А посмотрела Оларев, значит, паренек-то, оказывается, наших соседей сын. Хороший концерт. Почему пошли? Потому что любим русские народные инструменты, песни. Это прям для... Знаем этих артистов. Как оцениваете коллектив? Хорошо, отлично. Руководитель знакомый, артисты знакомые, или как члены коллектива знакомые, поэтому мы ходим часто. Теперь молодое поколение привлекаем. Надеемся, что они тоже будут любить народные инструменты или народные напевы,
песни народные. Уважаемые зрители, мы вас очень любим, всегда ждем на наши концерты. Спасибо, что пришли. Вот, хотелось бы, чтобы больше приходило вас. Мы вас всегда будем радовать своими песнями, своими инструментальными произведениями. В общем, приходите, мы вас всегда ждем и вам рады. Спасибо большое.